Hello, my friends, this is car is car. Машина есть машина. Санитарите, ребятки. Ну, это мало ли, какой-нибудь американец попадется. По крайней мере, узнает название видео. Ладно, я надеюсь, ты поставишь лайк, палец вверх. А мы, let's go, продолжаем. Да, жалко, я английский плохо знаю. Там я бы разговаривал, сейчас встречал бы по-английски с вами. Ну, к сожалению, пока что очень базовый уровень, прям очень-очень. Конечно, плохо. Хотелось бы лучше понимать английский. Ну, я обязательно научусь, ребятки. Все для вас. Для крутых серий. Эй, смотрите, он схватил меня. И сам погиб. Ладушки, ладушки, давайте уже уезжаем. Ах ты, блин. Задницу мы себе немножко подпалили. Подпалили железякой. Или как выразиться правильно. Вот, в общем, ее разрезали на две половинки прям нам. Да уж. Так, финиш скоро. Калабунга, отлично. Я рад этому факту. Давайте разгонимся. Ух ты, блин. Опасные штуки. Я первый раз вообще испугался. Езжай, давай. Давай, хорошая моя машинка. Поезжай. Эй, ты чё падаешь? Я не хочу дальше ехать. Ты чё заклинил? Давай, едь. Ей, давай, кто хозяин, я или ты? Ох ты, боже мой, нифига себе, меня закрутило просто. Съел, да? Так тебе и надо. Курица-помада. Курица-помада, боже мой, это детская... Детская прибудка, кажется. Детский стишок. Прекрати давай так говорить. Давай о чем-нибудь более взрослым поговорим. Окей, ушки. Значит, следующий левел. Ух ты ж, елки-палки. Дирижабль. Вы это видели? Боже мой, я вот первый раз видел на этой картинке дирижабль. Нифига себе, вау, я просто в шоке. Увидим, нет ли мы здесь дирижабль. Было классно, если бы нам попался дирижабль. Очень хочу посмотреть на него. Где же ты, где дирижабль? Любимый мой. Где ты? По-моему, на пятом левеле. Давайте попробуем потом вернуться на пятый левел. Я вам хочу дирижабль показать, ребят. Езжай давай. Уезжай. Ну. Оп-ля. Оп-ля, ла-ла-ла. Давай, едешь, хватит тебе петь. Трещать ты все равно не умеешь петь. Е, давай, у тебя играть получается лучше, чем петь. Маша, голос у тебя хороший, но поешь ты плохо. Так что не стоит позориться. Не позорь меня, хозяин. Боже мой, я хочу назад вернуться. Что там такое? Давайте спустимся вниз. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Ачк. Нет, там ничего дельного нет. Я думал, там будет что-нибудь классное лежать. Теперь выбираться на эту горку. Взбираться, так сказать. Отлично. Отличненько. Прошли мы это дело. Оп-ля-ля-ля-ля. Заберем мы. Все ништяки. Мы заберем себе. Баллистательно. Так, давайте вернемся вот на пятый левел. По-моему, на пятом был дирижабль. Опять этот красавчик. Отлично. Отлично, просто Вася. Вася. Замечательно. Что ты говоришь? Вот он! Видели, ребят, вот там он был, дирижабль. Боже мой, мы его еще увидим. Если мы помедленнее поедем. Хочу увидеть дирижабль. Может быть, мы его победим? Сможем победить? Ёлки-палки, нифига себе мы подпрыгнули. Просто замечательно подпрыгнули. Так, они не взрываются, благо. Если бы не взрывались, было бы не благо. Так, поворотик. Отлично. Набирай скорость, друг мой. Сизокрылый. Так, давайте метеорит на дождь пустим. Нет, попал. Мне нравится, что разработчики продумали то, что если ты под крышей, а метеоритный дождь тебе не поможет. То есть надо на открытом воздухе только использовать метеоритный дождь. Молодцы, все продумано прям. Прям грамотно так продумано. Единственное, блин, я бы хотел больше левелов. Почему нельзя сделать больше уровней? Печально. Или пускай бы можно было делать редактор карты, где было бы реально весело, ребят. Почему бы нет? Люди бы часто играли бы. Придумывали бы что-нибудь интересное.
Так, можно посмотреть слоты, крутануть. Фигня выпала. Обычно что-то дельно выпадает. Так, давайте посмотрим. Окей, у меня еще есть тачки. Тачки, тачки на прокачке. Так, вот у меня вот такая есть. Давайте-ка ей поиграем. Ведь она же классная. Очень классная. У меня даже вот этот есть. Все, он прокачан у меня полностью. Так, только мы пойдем, давайте куда-нибудь 17-й. Нет, надо было 18-й. Ну ладно, пофиг. Сложный? Ну, сложный так сложный. Сейчас справлюсь. Вот, мы уже подросли. Это уже машинка-подросток. Тот был ребенок, а этот уже подросток. Он уже учится в институте. Машинка, машинка учится в институте. Представьте себе, ребят. Это чужой наркоман. Не, ну он, смотри, он солидный, он классный. Вау. Какие трюки он умеет делать. Отлично. Ай, блин, колеса меня подкрутили. Ух ты ж, ничего себе. Ничего себе, я скажу. Стоп, стоп, стоп. Фух, елки-палки. Кушай гранатку мою. Вот, отлично. Блин, что это падает сверху? Ой, немножко у меня голова закружилась. Ладно, поехали дальше. Мы едем, едем, едем очень далеко. Получай гранатку. Нравится тебе кушать? Вот и кушай гранатки мои. Мы скоро до финиша дойдем. Вот там еще вот, на, покушай гранатку. Да, граната у тебя мощная. Ух ты, смотрите, какие. Сальто-мортальто могу делать. Отличненько. Так, вау, вот это трюк. Молодец. Тебя кто учил этому трюку? Я сам научился, я самоучка. Так, отлично. Кушайте гранаты, нифига себе. Ух ты ж, блин. О, меня подбили. Вставай. Вставай. Вставай же. Вот, отлично. Встали. Встали, сели, встали, сели. Блин, кто-то сзади идет. На, ух ты, нифига себе. А, обалдеть, ребят, вы так можете? Нифига себе, этот трюкач. Можно потом отдельную серию сделать, как мы делаем трюки. Если хотите подобные серии, пишите в комментариях, мы обязательно сделаем. А от бомбы можно ускорить? Если можно было, было бы просто шикарно. Так, так. Все заберем. Это все наше. Давайте посмотрим уровни. Я вам хочу еще кое-какие уровни показать. Давайте на горах поиграем, в горах. На горах. Ну, боже мой, как так можно было сказать на горах? Можно было 20-й. Ну ладно, пофиг. Вик такой. Вичок. Новичок. Так, давай, хватит тебе разглагольствовать. Едь, давай, езжай. Ух ты ж, елки-палки. А, помотал. Так, молодец, молодец. Молодец же. Сейчас давай, хватит. Не страдать. Так, круговоротик. А, вначале где-то появились. Да отвали ты от меня. В крайнем случае, у меня есть заморозка. Заморозимся. О, дирижабль опять. Вы это видели? Отпусти меня. Это хороший прыжок, я вам скажу. Получай гранату. Мне нравится. Вот эта гранатка уже хорошая. То есть, помимо того, что она взрывается, она еще... Две другие гранатки пускает осколочный, который мне хорошо. Нет, нет, назад, я назад, мне вернуться, вот все, чтобы подарок взять. Я за подарок готов почти что на все. Так, подлечились, это хорошо. Теперь мы здоровые, как быки. Или коровы, нет, лучше быки. Ух ты ж, елки-палки, нифига себе. Дорога сама строится, ребят. Отлично, отличный ход. Ничего себе, ты понасобирал. Ох ты, блин, в носом столкнулся. Было больно. Получай. Кушай гранату, кушай. Палам, 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 палам. Пополам. Что ты говоришь? Бред несешь. Постоянно какой-то бред постоянно несешь. Ты меня уже бесишь. Не надо со мной так разговаривать при подписчиков. Ты шизофреник? Нет, мне просто скучно, не с кем поговорить. Вот эта тачка, вот это хорошая тачка. А, так, ну ладно, теперь нам надо выбрать, знаете что?
Нам надо выбрать карту. Я вам последнюю покажу. Блатную карточку. Уровни. Да, уровни. Хотел вам уровни показать. Ну, перед этим мы крутанем рулетку и, может быть, что-нибудь выиграем. 300 выиграли. Отлично. Пойдем на 30 левел. Я просто хочу показать. Просто его хочу я показать вам. Мне вот это нравится, солнечный такой. Где это, мне интересно, находимся? Видите, там летающие острова. Это классно. Вентилятор, смотрите, классно. То есть он дует, смотрите. Нифига себе. Прикольно. Вау. Мы летаем благодаря ним. Дорожка строится. Смотрите, как она. Вау. Тише, спокойно. Блин, ты меня поймал. У меня есть бомбочка. Прям как истребитель, смотрите. Ух ты ж, ёлки-палки, все провалилось. Боже мой, где мы? Где мы находимся? Да печально. Мне нужна аптечка, ребят. Смотрите, какой я покорёженный. Все падает. Нет, я сейчас погибну. У меня еще есть бомбы. Блин, это вообще взрывается нафиг. Где аптечка? Где же моя аптечка-то? Мне ее не хватает. Да отвали ты. Блин. Нету аптечки. Как всегда, она перед самым носом, когда я уже буду погибать, появится. О, все, я застрял. Да блин, да встань. Да ну вставай. Да как ты встанешь-то? Ладно, давайте попробуем по низу пойти. Ну давай, немножечко туда, да не сюда. Ну, блин, как же сложно с тобой. Вот. Так, ну, нужно нитро. Сейчас нитро поднакопим. И сейчас надо будет разогнаться, наверное. Разгоняемся. Давай, финиш, мин. Да отвали ты, смотрите. У меня 0%, ребят, я, смотрите, какой покореженный, я выжил. Обалдеть, как же мне повезло, ребят. И салют в честь меня. Ставь палец вверх, подписывайся на канал. Обязательно будет серии новые. Пока-пока, ребят. До скорого. Кстати, можешь там на ссылку нажать, на другой канал подписаться. Там обязательно будет серии. Да, в общем, блин, рад, что ты посмотрел, досмотрел. До скорого.